Ну, недоверие, конечно. Хотя валюту купить все равно сейчас нельзя. Ее просто не продают. И долго еще и не будут продавать. Но хотя бы что-то может приобрести на эти деньги, которые вообще уже превратились в ничто. Многие опасаются, конечно. Доллар у нас доллар. Вот, многие стараются перевести денежные средства в доллар, вот, и держать их дома, вот, так как он растет. Естественно, он будет расти, пока ситуация не наладится, прежде всего экономическая ситуация в стране, а я еще далеко до этого. Что-нибудь сказать? Класс, какой у вас? Только не мальчик. Алло. Я вам ничего не предлагаю. Сейчас курс 7,90. Я забираю денег по безналичному расчету, переоформили на другой вклад. Алло. Да, просто тебя слушаю. Посиди, Ириш. 2 минуты, подождите. Да. Ну, это... Вы хотели внести деньги, да? Ну, да. И какой телефон-то? Вам посоветую. Во-первых, если у вас претензии к банку, конечно, вы можете даже написать официальное письмо, не тратить время на почту. Если первый день работы было много панических звонков, перепуганные люди звонили, то сегодня уже настрой более спокойный. Просят нас дать конкретные рекомендации, что делать, каким образом лучше распорядиться своим вкладом.